Давайте посмотрим на вот эту цепь, которую я изначально, ready to start. У вас запустится трастер всегда при условии, что у вас будет лампочка ready to start, да, которую я показывал на прошлой панели. Да, если вернуться сейчас, вот, ready to start. Ready to start у вас загорится только при условии, что вот эта цепь будет вся замкнута, и 3CX получит питание. Так, давайте посмотрим, наверное, последовательно, да, попробуем. Первый контакт. Первый контакт у вас, во-первых, у вас не получит ready to start питания при условии, что у вас есть trip. Trip у вас будет при условии, что door interlock open, да, то есть у вас будет открыт то, что я говорил, может быть открыт limit switch, на это обращайте внимание всегда. Либо дверь просто там плохо была закрыта, кто-то если туда заглядывал. Вот, дальше. Дальше идет у вас питание, если все окей, идет питание на, если вот эти все контакты, у вас с ними все в порядке, идет питание на 80, на первый контакт. Первый контакт у нас 84FX, который находится на странице SD4. Мы смотрим, что это за контакт. Так, 84... Так, еще раз, FX, правильно, FX, да, 84FX. Смотрим, 84FX. Основной сигнал, катушка должна быть замкнута при условии, что у вас фан работает. Да, то есть если фан работает, у вас эта катушка получит питание, и этот контакт будет замкнут. То есть если у вас случается проблема, да, вы не знаете, как, с чего начать, всегда начните с этой цепи и прозвоните все вот эти контакты. То есть тут на самом деле просто понять, да, у вас, если нет ready to start, значит, у вас где-то в этой цепи проблема. Если у вас где-то в этой цепи проблема, то просто как бы последовательно идете каждый контакт, смотрите каждую катушку, где-то у вас будет либо залипнута катушка, либо подгорелая катушка, либо будут там еще какие-то, да, то есть физически также может быть там катушка, просто пластик рассыпался и так далее, либо где-то контакт отошел. Вот, смотрим дальше. 88HX, также на SD4. Что это за сигнал у нас? 88HX. Это у нас сигнал о том, что на гидравлическом насосе есть питание. Да, то есть ничего сложного. Дальше 33HX. Представляем, да, что у вас, давайте возьмем какой-нибудь там, даже не знаю, какой взять. Ладно, будем идти просто последовательно. 33HX. Также на SD4. Смотрите, 33HX. Так, 33HX. У вас будет разомкнут контакт при условии, что у вас низкий уровень в танке. Мы видим, да, тут, давайте приближу. Нормально закрытый контакт. Соответственно, у вас катушка всегда получает питание. Если у вас будет низкий уровень в гравити танке, то эта катушка перестанет получать питание. И мы смотрим сюда. Так, и у вас этот контакт разомкнется. Да, я думаю, все как бы понятно. Тут ничего сложного. 63HX. Да, смотрим 63HX. Это у нас при низком давлении. Та же самая логика, нормально закрытый контакт, низкое давление масла, да, низкое давление масла. Если у вас работает аларм, то эта катушка перестанет получать питание.